Здравствуйте. Сегодня я хочу поговорить с вами об отжиманиях от пола. Отжимания – это одно из самых эффективных упражнений со своим весом. Также отжимания – это обязательное упражнение в комплексе ГТО. Если вы хотите научиться отжиматься, но у вас никак не получается, я предлагаю воспользоваться моей методикой. Напоминаю, что все упражнения, которые вы сегодня увидите, нужно выполнять только после хорошей разминки. Для изучения отжиманий по моей методике вам понадобится стопка книг примерно такой высоты, чтобы она достигала ваших локтевых суставов, когда вы стоите упор и лежа. Принимаем положение упор лежа. Выполняем сгибание и разгибание рук в локтевом суставе, чтобы руки двигались у нас вдоль туловища. Раз, два. Раз, два. В нижней точке можно на секунду задержаться, если вам очень тяжело. И до конца выполнить упражнение. Данное упражнение мы выполняем 7-10 повторений, 5 подходов. Также напоминаю, что сгибание рук у нас выполняется на вдохе, а разгибание на выдохе. Так как наша цель постепенно увеличивать амплитуду отжиманий, каждое следующее занятие мы убираем по одной книге из стопки. Итак, давайте подведем итоги. Каждое занятие включает в себя 5 подходов по 7-10 повторений отжиманий. Каждое следующее занятие мы убираем по одной книжке из стопки, тем самым увеличивая амплитуду отжиманий. Отдых между тренировками 1-2 дня для восстановления мышц.